Нет, я думаю, настолько крупно не рассчитывали. Знали, что если сыграем свою игру, то выиграем. Ну, что у нас получилось, в принципе. Были моменты, мы что-то реализовали, что-то нет. Считаю, что сыграли достаточно неплохо. Ну, что получилось? В первом была такая еще осторожная, думаю, игра. А во втором, после удаления, уже более, не знаю, развязано стало. Мы контролировали мяч, получалось практически все, что хотели, и все. Забили почти все свои моменты. Мы чувствовали нить игры, и мы ее вели, мне кажется. Всегда приятно, когда с тобой играют такие игроки, которые, ну, играли в высшей лиге. А насчет взаимопонимания, я считаю, у нас оно не терялось. В принципе, вернулись некоторые игроки с аренд. Видно, что команда чуть-чуть уже набирает в плане физических кондиций, психологически также мы чувствуем себя поуверенней. Но, в принципе, все идет своим чередом, и я думаю, будет все еще лучше. Ну, я как о тренере мало что знаю. Как игрок поиграл на очень высоком уровне. Может, я думаю, что подсказать. Но все равно, как игрок, видно же, что он поиграл на высоком уровне, и то, что он что-то нам даст, я уверен на 100%. И, ну, все равно чувствуется, что с приходом, когда такой человек приходит, что уже какие-то задачи, мне кажется, будут ставиться. И я думаю, что это хорошо. Честно, хотелось, да, сегодня на ноль сыграть, два подряд матча. Но там уже, я думаю, когда мы же пропустили, когда 4-0 было, да? Не знаю, ребята уже чуть-чуть расслабились, и там еще два защитника сразу вышло. Может быть, как-то еще не вошли в игру, и соперник этим воспользовался. Ну, думаю, это так. Единственный случай.